просто перекрыть движение, это еще не значит сделать улицу пешеходной. Это значит, что будет улица, по которой просто не ездят машины. Она бы хотелось несколько другого. Вместо автостоянки – площадка для выступления музыкантов. Вместо заборов – скамейки и светильники, стилизованные под старину. Участок улицы Кирова от Комсомольского проспекта до газеты «Звезда» превратят в пешеходную зону. По проекту в начале квартала построят фонтан. Далее пятачок для работы художников, летнее кафе и павильоны для продажи предметов народных промыслов. Одним словом, Пермский Арбат. Это центр, где много студентов. Политехнический, пединститут, академия, фармакадемия, институт культуры. Это было бы действительно место, где могли бы молодые люди посидеть, отдохнуть, встретиться со своими друзьями. Да просто даже где-то стенку отвести для тех ребят, которые занимаются с граффити. Ну порисуйте, пожалуйста, Бога ради. И для ребенка, который придет, будет мелом рисовать там на стенку, ну тоже надо дать площадку. Выбор на улицу Кирова пал не случайно, говорят эксперты. Это наличие исторических зданий, небольшой транспортный поток и близость излюбленных мест отдыха – Компроса, Камской набережной и городской эспланады. Первый этап работ обещают завершить к 1 июня. В Перми начнется международный фестиваль «Белые ночи». Это место должно стать главной площадкой для осуществления культурных проектов. Появятся вот эти конструкции для ремесленников, для художников, которые дадут улице жизнь. Появится замощение на небольших элементах входных групп в начале и в конце квартала. Лето улица будет жить как улочка ярмарочная, фестивальная. А в течение лета мы должны сделать уже достаточно серьезный проект переустройства улицы. Специалисты утверждают, из-за преобразования этого участка в пешеходную зону интенсивность движения транспорта на прилегающих улицах не возрастет. Не будут ущемлены и интересы автовладельцев. Для хозяев машин организуют парковочные места в соседних кварталах. Елена Иговцева, Сергей Пьянков, телевизионная служба новостей.